На самом деле человек — это песчинка в мироздании. Как важно, чтобы ты в мир транслировал то, что идет через тебя, то, что прорывается через твое сердце, а ты забиваешь это, как правило, заглушаешь, да, потому что мы рождаемся, мы живем, мы проходим через опыт травматизации в жизненном процессе, обрастаем защитными всякими такими масками, которые нарушают, а которые делают нашу жизнь более безопасной, более предсказуемой, но, с другой стороны, они лишают нас жизни. Человек обычно с большими сложностями идет в новое, идет в неопределенность. Потому что ты никогда не знаешь, что там тебя ждет. Но как раз именно в этой зоне находится всегда все то, что ты не знаешь, и там находится твое расширение.